Необычная акция прошла в «Текстиль Профи». Посетителям торгового центра дарили комплекты постельного белья и подушки. Для этого нужно было выполнить одно условие – прийти в оптово-розничный комплекс в пижаме. Наша съемочная группа пообщалась с участниками и организаторами акции. Здравствуйте. Я пришла в пижаме. Спасибо большое. Удивленные взгляды прохожих того стоили. Отправляясь в торговый центр в пижаме, Ольга Калугина до конца не верила в правдивость акции, о которой она случайно узнала накануне. Сидела дома, как обычно, в телефоне копалась, пришла мне смс-ка, то, что придите в пижаме, получите подарок. Спасибо большое, «Текстиль Профи», я очень довольна. А Мария Поспелова – заядлая инстаграмщица, но больше всего ей нравится не выкладывать личные фото, а следить за акциями и скидками в любимых магазинах. Так и узнала о пижамо-пати в «Текстиль Профи». Это очень интересно и для посетителей тоже, потому что все-таки надоедает обыденность, и поэтому, когда такие задумки интересны, это очень хорошо. Комплекты постельного белья достались первым 5 посетителям, остальным подарили подушки. Пижамная акция прошла в «Текстиль Профи» впервые, но она закрепила за собой право стать традиционной. Мы проводим рекламные кампании, розыгрыши ежемесячно. То есть наши рекламные кампании всегда можно найти на сайте торгового комплекса «Текстиль Профи Москва». Также мы анонсируем на радио, анонсируем в метрополитене, анонсируем на рекламных конструкциях и смс-рассылки, интернет-реклама. Одна из регулярных акций в «Текстиль Профи» – «Дни оптовых цен». В ней участвует каждый магазин торгового комплекса. В течение 3 дней розничные покупатели могут приобрести товары со скидкой. В этом месяце акция проходила с 20 по 22 августа. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.